Беларусь стала первой в Европе, где удалось сократить передачу ВИЧ и туберкулеза до уровня, не представляющего угрозу общественному здоровью. Третьей в мире страной наряду с Кубой и Таиландом. Об этом сегодня стало известно на Большом медицинском форуме в Минске. Специалисты из 12 стран определяют вектор взаимного сотрудничества. Доступность ретровирусных и противотуберкулезных препаратов не только по цене, но и в любой аптеке. Сейчас цель всех цивилизованных стран. Беларусь сейчас занимает лидирующую позицию в плане обеспечения тех, кому необходим доступ к препаратам от ВИЧ и туберкулеза. Страна приняла политику, которая позволяет эффективно бороться с эпидемией и представляет собой своего рода модель, которая может быть принята на глобальном уровне. Ваша страна для нас прекрасный партнер. Также на форуме иностранных партнеров наградили медалью Франциска Скорина и грамотой Совета министров Беларуси.